Доброе утро. Доброе. Мне как бы у меня вот социальный мониторинг, оно сегодня пришло мне сообщение, что у меня срок изоляции закончился, я могу удалить. И я могу узнать, меня могут выписать вот из этого. Так, я сейчас смотрю, если вам оформлю вызов, доктор-терапевт к вам это подойдет, напишет вам статус здоров и все. А с мониторинга вас сняли, да? Все? Ну, мне пришло приложение, что все, я могу его удалять. А, ну, значит, вы можете в поликлинику обратиться, если у вас там больничные там или еще не, что-то. Не, я пока временно не работаю. А, то есть у вас это больничных ничего не было? Все, не это... было, да. Но у меня другой вопрос. А да? Если у меня не брали второй тест? Вообще не брали? Вообще не брали. Я вам отправлял свои данные 2 июня. Сказали, в течение двух дней ко мне придет кто-то, блин, взять тест. Сегодня 5 июня, ко мне никто еще не пришел. Никого ничего, так. Никого ничего. И пришло вот сообщение, что я могу удалять социальный мониторинг. А, как его? А перед этим мазочек или что там у вас брали, он был отрицательный? Отрицательный, да. Отрицательно. Сейчас какое-то постановление новое вышло о бессимптомных пациентов, которые... Да у меня вообще никаких симптомов нет. Я, у вас ничего не было, да. Да не было ничего, я дома сижу как дурак просто. А посадили вас из-за чего ну, на мониторинг? Ну, племянник заболел. Его у вас просто был контакт. У да. вас был контакт? Да я с ним не общался. Ничего не было, у вас один мазок взяли, он отрицательный и все, да? Нет, второй показал положительный. Положительный. То, мне кажется, это ошибка была, но нет у меня ни температуры, ничего нету. Ни кашля, ничего не было. Понятно. Я отлично себя чувствую. Просто прекрасно. Так, значит, у вас был это положительный, потом отрицательный. И да, и сообщение от социального мониторинга, что я могу удалять приложение. Я свободен. Сейчас, минуточку, что-то у меня первый раз такой вопрос. Сейчас трубку не кладите, сейчас пойду уточню. Хорошо. Минуточку. Уточнил, вы можете подойти в поликлинику, вам там тут же возьмут мазочек и все. Тут самостоятельно же. Можете подойти. Тут же возьмут мазочек, и он сразу будет готов? Ну, завтра он будет готов, они быстро сейчас делаются. Понятно. То есть, если приложение... У вас нет мониторинга больничных, у вас ничего нет. Нет. Вы можете приложение, раз они сказали удалять, удаляйте, все, закончилось. То есть, я могу спокойно выйти, мне, по идее, не должен прийти штраф? Не должен. А сегодня работает вот на улице Кулакова? Поликлиника, да, работает. Куда мне вот обращаться? В какой кабинет? Угу. Все работает. Ну вот, а в какой кабинет на улице Кулакова мне обращаться? На справку переключу, они вам скажут, потому что мы находимся в Новобратцево. Сейчас, минуточку, трубку не кладите. А, скажите, а вот в поликлинике, как сказать, на улице Кулакова, где можно сдать мазок и в каком кабинете? Мазок на коронавирус? Да. У вас контакт? У меня контакт. У меня положительный был, вот, первый был положительный, 15-го, то есть второй, продлили еще на 2 недели. Сегодня мне пришло уведомление, то, что я могу удалить приложение «Социальный мониторинг», так как первый тест у меня отрицательный. Смотрите, первый мазок у вас был положительный, второй отрицательный. Нет, 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 нет. Первый, это был второй положительный по первому постановлению. Далее идет второе постановление. Я сижу 2 недели. В конце второй недели у меня берут первый тест, он отрицательный. У вас больше мазок не будут брать, если мазок пришел отрицательный. Это новое постановление? Да, да. Это точно новое постановление? Это новое постановление, если приходит мазок отрицательный, больше не берут. Вы можете все закрывать. 100%? Да, да. А это не знаете, от какого числа вот новое постановление? 1 минуту. Узнайте, пожалуйста. Спасибо. Минуту, пожалуйста, сейчас уточню. Хорошо, я вам хорошо. От 26 мая 2020 года. От 26 мая. То есть новое постановление. То есть теперь да. Два мазка не надо брать. То есть, нет, только один.
Первый, если... Мазок, да, 26 мая постановление. То есть, если все, то есть у меня, по идее, уже, значит, не должно быть в базе, я просто могу прийти в поликлинику, чтобы меня закрыли, да? Да, все верно, все верно. Все. Также вашу карту электронную открывает и смотрит, что у вас там. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. И просто я даже боялся выходить на улицу, если даже мне пришлось. Нет, все. Вы сначала удалите соцмониторинг, если вам сказали, там, что отключает его. Да, да. А потом идти в поликлинику. Да, да, и он вам все закрывает. Да. Блин, спасибо огромное. Пожалуйста, спасибо. До свидания. А вот добрый день. Я вам звонил буквально 10 минут назад. У меня там был такой вопрос, у меня, как бы сказать, вот отрицательный показал тест, приложение социальный мониторинг сказало мне удаляться. То есть все, я могу удаляться. И мне вот девушка сказала, что новый указ от 26 мая, то что если первый тест отрицательный, то уже можно идти на выписку. Но я хотел вот просто дополнить, узнать, это если первый тест у контактных, или у ковидных то же самое. Можете вот это вот и как? И то. И у ковидных. Все, то есть могу спокойно теперь все закрывать. Все, спасибо, да. Вопросов больше нет. До свидания.